срочно открывайте глаза и просыпайтесь, ведь ваше утро начинается вместе с нашим телеканалом. 7 мая на календаре, на часах 7 утра в студии Ольга Алексеева. День 7 мая вошел в историю мировой науки и техники как день рождения радио. И кажется, совсем недавно россиянин Попов и итальянец Маркони пытались преобразовать электромагнитные колебания в человеческую речь. А менее века тому назад детекторные приемники с наушниками воспринимались как чудо. Но уже сегодня радио, телевидение, мобильная связь стали естественными атрибутами нашей жизни. О том, как отмечают этот день работники радио, вы узнаете сразу после короткого анонса. Сегодня в нашей программе гость, чья карьера началась с интернета, Макс плюс 100-500. Динамичная зарядка вместе с тренерами Тонус студии. Полезная информация в рубрике «Сад и огород». Это далеко не все. Оставайтесь с нами, и вы убедитесь в этом сами. А сейчас слово передаю своим коллегам из национального радио «Чуваши». Доброе утро, радиослушатели! Так бы я поприветствовал вас на радио, но мы сейчас находимся на телевидении, поэтому я приветствую всех радиослушателей и телезрителей, потому как работаю тоже на телевидении, веду программу «Республика». Мы хотим, чтобы нас слушали всегда и везде, в нашем городе, в нашей республике Чувашия и по всему миру. А нас и так слушают по всему миру. Набирайте в поисковике интернета «Национальное радио Чувашия» «Прослушать онлайн». Я очень люблю свою работу за то, что она дает возможность общения с вами, уважаемые радиослушатели и телезрители. И пользуясь случаем, я хочу поздравить всех своих коллег, которые работают в электронных средствах массовой информации. По народному календарю сегодня Евсеев день. И если в начале мая стояла хорошая погода, крестьяне не спешили радоваться. Они знали, что после Евсеева дня может быть еще 12 дней морозов. Таков народный календарь. У синоптиков свое мнение. Какая погода будет сегодня, вы узнаете прямо сейчас. Спонсор прогноза погоды – компания «Термотехника». По сообщению Чувашского гидрометеоцентра, сегодня, 7 мая, ясно, без осадков. Ветер северный – 4,9 метра в секунду. Температура воздуха в Чебоксарах – 7,11 градусов выше нуля. В республике – плюс 6, плюс 12. Меняем старину на Дарину. Подробности по телефону 57 35 35. Ваше утро продолжается вместе с нашим телеканалом. Надеюсь, вы уже проснулись и готовы к началу нового дня. Если нет, то вставайте перед экранами своих телевизоров и повторяйте за тренерами Тонус студии, ведь они еще никому не дали заснуть. Здравствуйте! В это весеннее утро вас приветствует Тонус студия. С вами инструктор Елизавета. Подготовим свою фигуру к пляжному сезону. Начинаем! Встали. Ногу немножко полусогнутую держим и начинаем. 5 раз медленно, 5 раз быстро и пульсирующими движениями тоже 5 раз. Показываю носок на себя, коленка полусогнутая. Медленно. 1, 2, 3, 4, 5. И быстро. 1, 2, 3, 4, 5. И пульсирующее движение. 1, 2, 3, 4, 5. Встали. Другая нога. То же самое. 5 раз медленно, 5 раз быстро и пульсирующее. Начали. 1, 2, 3, 4, 5. Быстро. 1, 2, 3, 4, 5. И пульсирующие. 1, 2, 3, 4, 5. Отдохнули. Теперь делаем то же самое. 3 раза пульсирующие и приседаем до конца с прямой спиной. По 3 раза. 1, 2, 3. И присели до конца. На эту же ногу. 1, 2, 3. И присели до конца. Последний раз. 1, 2, 3. И присели до конца. И другая нога то же самое. 1, 2, 3. Присели до конца. 1, 2, 3. Присели до конца. И последний раз. И присели. Отдыхаем. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Для следующего движения можно для проверки себя встать боком.
Можно руки по обе стороны взять. Делаем пульсирующие три движения и присед до конца колен, практически до пола. Раз, два, три. И присели до конца. Раз, два, три. Присели до конца. И последний раз. Раз, два, три. Присели до конца. Встали, другая нога. Начали. Раз, два, три. Руки помогают. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Последний раз. Раз, два, три. Опустили. Начинаем приседание прямо с выпадом ноги вперед. Начинаем. Делаем 4 приседания. Раз. Удар. Два. Следующая нога. Удар. Три. Четыре. Пять. Шесть. Носок на себя. Семь. И последний раз. Восемь. Отдыхаем. Делаем ласточку. Спокойно. Для равновесия. Держимся, сколько можем. Встали. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Еще последний раз вдох и полностью выдох. На этом все. Надеемся, к пляжному сезону ваши ягодички будут в отличной форме. С вами была Елизавета. Стремитесь быть красивыми, стройными вместе с Тонус Студией. Проснулись и правильно сделали, ведь сейчас я познакомлю вас с гостем нашей программы. Зовут его просто Макс плюс 100-500. Без чего не начинается его утро и с какой ноги он встает, вы узнаете прямо сейчас. Привет, Макс, расскажи мне и жителям Чувашии, как начинается твое утро? Значит так, я просыпаюсь, пью вкусный чай, кушаю что-нибудь такое, не знаю. С утра я люблю сладенького поесть, то, что вечером сладкое нежелательно. Ну, у меня так тренер говорит, поэтому я ее слушаю. Ну и все, а потом я какое-то время, по правде, я очень долго раскачиваюсь. То есть, как бы я могу резко встать, вот. А потом что-то долго залипать, например, я могу есть полтора часа и смотреть мультики, например. А потом, ну, я вот так начинается мой день. Я просыпаюсь, кушаю, смотрю мультики. Вот, все типа того. Ну, скажи, с какой ноги ты встаешь? Справа, слева или на обе одновременно? Наверное, на обе одновременно. У меня прям тапочки стоят около кровати. Я прям так ставлю ноги в тапочки и иду. Скажи, а вот что ты, вот без чего ты утро не может начаться? Без мультиков. Я не знаю, я настолько привык, когда я завтракаю, что-то смотреть. То есть мне не очень грустно становится. То есть я люблю задать себе настроение с утра, и поэтому я смотрю что-то такое веселое. Вот в последнее время я постоянно смотрю мультик «Время приключений». Вот каждый день с утра. Я уже там, блин, третий сезон пересмотрел раз 10. Потому что я включаю, там серии по 10 минут идут. И они просто играют, и я ем, и иногда могу залипнуть так. Ну, дальше продолжить есть. Скажи, ты жаворонок или сова? Вот когда сова. Тебе... Я сова, вообще конкретная сова. Для меня рано вставать, это просто... Для меня не существует такого времени, как 7 утра, но если я, допустим, не сплю еще в это время, допустим. А так я прям жесткая сова. То есть я в среднем, я ложусь, ну, там, часа в 3-5 утра и просыпаюсь там в 12, в 2, в 3 дня, где-то так. Скажи, а в душе ты как себя ведешь? Спокойно или поешь? Иногда пою, иногда спокойно, от настроения зависит. Если надо очень быстро, выбежал, все там, на песне времени нет. Ну да, бывает, иногда пою, если акустика хорошая. Как встать и чтобы целый день провести в хорошем настроении? Нужно, во-первых, выспаться хорошо. Нужно встать самому, без будильника. Люди просыпаются каждый день, в 7 утра едут на работу, и им они такие встают, вот такие просто никакие. Вот секрет вообще реал самого хорошего утра – это отсутствие дел на целый день, ну, таких каких-то, которые тебя будут грузить. То есть, если тебя впереди ждет очень крутой день, развлечение там или отдых, и ты выспался, и хорошо с утра покушал, там, не знаю, попил чай, посмотрел мультики, вот это просто идеальное утро. Что ж, спасибо, Макс. А я передаю слово своему помощнику Дмитрию Ковалеву. Он более подробно расскажет о жизни и творчестве Макса. Что мы знаем о нем? Он стебает чужие видеоролики, мочит шутки в интернете и в телеэфире. Оказывается, у него есть и своя музыкальная группа под названием Second Season. И он впервые со своим концертом приехал в Чебоксары.
Свою группу «Макс Голополосов», в народе просто «Макс», создал еще учась в школе. Начиналось все довольно банально. Репетиции в подвалах, концерты в небольших клубах. Сейчас у ребят все серьезно, даже плотный гастрольный график составлен. Бешеная популярность к молодежному коллективу пришла после премьеры передачи «Плюс 100-500». «Макса давно просили у нас в городе. И думаю, то, что человек, он популярный, давно ждут. Вот и поэтому мы его пригласили. Но по большому счету он мне нравится. Я смотрю его с первого выпуска, большой фанат Макса». Бессменный ведущий телепроекта не скрывает. Возможно, что и на концерты многие приходят, чтобы на него поглазеть. Группа исполняет собственные песни и то, что им самим понравится больше всего. Без скромности Макс добавляет, в их репертуаре только лучшее. К примеру, музыка Аврил Лавин по душе. «Заокеанскую звезду» они уже давно перепели. Играем мы поп-панк. Ну, то, что слушаем, то играем, в принципе. То есть, ну, как бы много чего слушаем, мы меломаны сами по себе. Но вот любимый стиль – это поп-панк, и как бы поп-панк мы играем, то есть пишем песни в этом стиле, тексты такой направленности тоже идут. Вот, как бы все. Отрабатываем, репетируем, записываем и играем концерты. Вместе с Максом в группе играют верные друзья. Знакомы они давно, еще со школы, если быть точнее, то с 5 класса. Правда, 3 года назад состав коллектива немного изменился. Барабанщик подался в менеджеры, вместо него за ударные сел друг гитариста. Последнего в группу тоже позвал Макс. Вот так и играют с тех пор вчетвером. Музыканты признаются, что больших денег на своих концертах им не удается заработать. Зато какая романтика, полстраны уже объездили. Все равно приятно ездить по городам и что-то там даже за это получать. Ну, для меня, по большей части, музыка – это не деньги, а все-таки как-то отдушина. Вот по европейской части России очень много ездили, прямо все города ты уже и не вспомнишь. Были на Дальнем Востоке, были на Камчатке, в Хабаровске были. И все же до больших стадионов и дворцов культуры дело еще не доходило. Пока Second Season приглашают выступать только в клубах. А может, оно и к лучшему, рассуждает Макс, ведь тем, кому за 30, эта музыка будет не по душе. Свои концерты ребята всегда пытаются оживить. Энергетика от квартета так и прет. С кислыми лицами от них еще никто не уходил. Для Макса музыка всегда стояла на первом месте. Правда, последнее время любимое дело приходится совмещать со съемками передачи «Плюс 100-500». В будущем он планирует создать и полноценный телевизионный сериал. Уже есть идея и подобран режиссер. Появится свободное время, начнется и съемочный процесс. Главную роль в новом проекте Максим уже припас себе. Спасибо Диме, а мы продолжаем наше утро. Предлагаю немного отдохнуть и вместе с детьми посмотреть мультфильм. И ни в коем случае не переключайтесь, потому что сразу после мультфильма вы узнаете, что готовит наступающий день.
Проспите начинающийся день. Напоминаю, что сегодня вторник, 7 мая. Сегодня в Назаре, в старинном рыбацком городе Португалии, отмечают День Человека Моря, который сопровождается массовым гулянием с музыкой и танцами. В программу обязательно включается костюмированная процессия ярко наряженных рыбацких шхун, а на берегу организуются конкурсы, танцы, различные развлекательные шоу. Вот такой день ждет жителей Португалии. А что сегодня ждет вас, вы узнаете прямо сейчас. Овны. Спешите заключать договоры, налаживать новые контакты и проявлять инициативу. Все это высоко ценит начальство и родные. Тельцам звезды советуют работать и не переживать, что нет времени на развлечения. Все это у вас впереди, да еще и финансовый успех в придачу. У близнецов высока вероятность получения информации, которая откроет путь к интересующей вас на данный момент стороне жизни. Искусство компромисса раком принесет гораздо больше, чем прямой натиск. К тому же впоследствии вы сумеете скорректировать ситуацию так, как посчитаете нужным. Львам звезды выносят предупреждение. Помните, что ваше будущее зависит от того, что и как вы сделаете в течение данного периода. Девы. Бывает трудно и кажется, что нет сил? Делайте свое дело, а муки творчества неизбежны, но принесут полное удовлетворение результатами. Весам звезды советуют проявлять осмотрительность во всем, от профессиональных дел до личных взаимоотношений. Общение, интеллектуальная и творческая деятельность скорпионам принесут не только моральное удовлетворение, но и значительную сумму денег. Стрельцам звезды советуют отдохнуть от экспериментов, а во время передышки решить, чего хотите. Может быть, ваше желание можно удовлетворить более простым способом. Козерогам необходимо честно и беспристрастно оценить себя и собственные желания, а также научиться верить в свои силы и способности и не страшиться их использовать в полной мере. В семье Водолеев воцарится атмосфера тепла и любви, что позволит не спеша разобраться с любыми проблемами и решить волнующие вопросы. Рыбам звезды советуют собрать силу воли и воплотить в жизнь все задуманное, от материального благоденствия до решения любых личных проблем. Время гороскопа прошло, наступило время полезных советов и рубрики «Сад и огород». Берите ручки, блокноты, записывайте, ну или запоминайте. Доброе утро! Сегодня у нас речь идет о капусте. Капуста у нас ранний сорт. Надо сейчас рассаду пораньше делать. Это идет трансфер капуста. Точка. Есть у нас средние сорта «Слава»,
Вот этот сорт идет у нас для квашения, очень хороший сорт. Для хранения есть сорта, гибридные сорта, Ринда, Атрия, вот эти у нас голландские. Семена внутри обработанные, там идет 10 штук. Есть Парус, вот этот сорт у нас идет для квашения, для хранения. Очень хорошо сохраняет свои вкусовые качества, не высыхает. Качан белый. На этом у нас все. До новых встреч! Я рада, что ваше утро началось вместе с нашим телеканалом. Продолжайте в том же духе. Мы выходим в эфир ежедневно с 7 утра. К тому же вы можете не только смотреть нашу программу, но и принимать в ней активное участие. Вы можете делиться своими мыслями и передавать приветы в нашей самой народной рубрике «Тема дня». А прямо сейчас вы узнаете, что думают жители Чебоксар о наступающем празднике 9 мая. Конечно, обязательно. Я поздравляю всех ветеранов, всех участников войны, тружеников тыла, работников госпиталей. У меня бабушка в госпитале работала, в эвакогоспитале. Желаю им здоровья, спокойствия, благополучия. Ну, конечно, естественно, нужно отмечать этот великий праздник, День Победы. Крепкого здоровья им, конечно же. Семейного благополучия, чтобы они долго жили, радовали нас, внуков, детей. Мы пойдем на парад, покажем ребенку наш парад, обязательно поздравим ветеранов. Но это же очень хороший, известный праздник. Вот, собственно, и все. Мы все доказали, то, что у нас очень сильная армия, то, что нужно уважать наших своих предков, и чтобы в будущем наши дети, мы сами, не допускали таких же ошибок. Единственное, что мы можем вам сделать, просто помнить о ваших поступках. И желаем вам очень крепкого здоровья и чтоб долгих лет. Ну, на парад, наверное, пойду, посмотрю. Не больше. Хочу поздравить нашу страну и всех ветеранов с великим праздником. Благодаря им, наверное, мы сейчас вот ходим здесь, живем безумно. Как благодарен им за это. С праздником еще раз. Я поздравляю всех. Всех людей, которые живут на нашей планете, где есть мир. Я хочу, чтобы им всем вот этот день всегда он был солнечным. Даже если чуть-чуть будет капать дождик, то он все равно не омрачит наш праздник. Потому что мы, люди России, мы любим жизнь, мы любим людей, которые нас окружают. И независимо, какой национальности, какого цвета кожи, это не важно. Главное, что мы все люди, мы должны друг друга любить. Время нашей программы подошло к концу, но день только начинается. Не забудьте включить свои телевизоры сегодня в 21:00. Вы окажетесь в водовороте событий триллера «Афера». На этом я с вами прощаюсь. Это утро будила вас я, Ольга Алексеева. Удачного дня и хорошего весеннего настроения. Пока!